Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, с вами Диспетчер. И я хочу вам показать, что прислал мне подписчик Ставрополя, где мы не так давно там и были. Очень интересная картина в том, что там какие-то светящие шары висели очень долго, но очень часто. В тех местах, где мы с Алексом проходили, мы это замечали, но подписчик решил, наверное, сам съездить и заснять очень интересную картину, которую вы сейчас увидите. Если вам понравится, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь роликом, дорогие друзья.